день, друзья. Сегодня у нас очередной выезд. Воскресенье, 30 января сегодня. Погодка у нас снежная, около 0 примерно, да, по прогнозу. Хотя вчера было минус 15. И мы первые будем бить дорогу на УАЗ Патриоте. Вот здесь мы установили дифференциал повышенного трения от производителя ВТФ, задний мост седана установили. И вот сейчас мы первые пробиваем дорогу. Здесь еще снегоход накатал. Вот. Ну и сзади у нас там очень много ребят, кто едут. Так что вам приятного просмотра. О, пошел, пошел. Ну, тяжело, тяжело. Решили буханку на хороших колесах пустить рядом с УАЗом Патриотом. Ну что, давайте, ставочки закончились. Передний мост уперся в снег, провалился. Буханка просто по клиренсу не прошла, уперлась, и все. Вот, смотрите, какая у него резина. Покажу вам глубину, как я вот хотел пройти, посмотреть. Выше колена, представляете? Резина BF Гудричи на газу. Ты смотри, пропер, молотик. Вот установлена лебедка. Вот это самая правильная вещь. Никакие блокировки. Даже близко не стояли. Зацепился за дерево, за автомобиль. И потихоньку, помаленьку тащишься. Еще одна попыточка. Ух ты, уже поинтереснее, слышишь? Ну все, значит, мы сможем заехать, я думаю. Ну смотрите, уже поинтереснее чуть-чуть, Здесь начинается подъем, вот прям подъем пошел. Да ладно, вот этот красавчик. Осталось теперь накатать траекторию, потому что поклевится и нивы здесь тяжело. Так, пока у вас все удается. Ну что, посмотрим, не Васик. Ты смотри, сколько он гребет впереди. Да ладно. Вот это Артем, вот красавца. Исудзу Родео. Потихонечку. Ну, как по асфальту прям. Соболек у нас. Резина стандартная. Ох, все, траекторию. Туарег. Ну, дурик здесь, конечно, блин. Андрей, блин, красавчик он. Практика есть. Сын мой. Вот сынуля. Молодец. Какой вот азарт, да, пацанов? Потихонечку. Поехали буквально метров 200. Так, вот он спуск. Спуск и подъем. Но спуск намного глубже. Вот Макс уже откопался лопатой. Вот примерно, смотрите.
Я понял! Цепляй! Без лопаты здесь никак и никуда. Да. Я говорю, во мне 101, давай, толкай, ну я тебе, и ты поедешь. Все, хватит, хватит, садись. Отлично. Здесь спуск. Дальше подъем. Вот мне резина, мне вот понравилась. Правда, на 15 размер, 215, 75. Так, сына, потихонечку. Юра, потихонечку. Говорят, решил попробовать сразу назад. Ух ты. Решил по другой траектории рвануть. Но не фартануло. Картером набрал снега. Задние колеса висят. И самостоятельно, я думаю, уже у него не получится выехать. Хотя смотри, 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 что говорит. Ух ты, красавчик. Вот так вот. Вообще проходимость. Очень классная у него проходимость. Вот сколько он катается, Андрюха. Блин, мне прям нравится. Здесь, а? Смотри, что творит. Красавец. Ну что, праздник у нас все-таки немножечко подсел. Ну здесь и бугры такие большие. Сейчас мы его затрос и вытащим. Друзья, смотрите, Toyota Prado оставляем специально мы на горе. Так как самостоятельно, если мы туда все спустимся, то самостоятельно я боюсь, что мы не сможем выехать. Поэтому Прадик оставили на горе, чтобы он нас смог зацепить и в крайнем случае вытащить. Вот такой спуск. Так, ну что, мы спустились, сейчас будем кататься здесь по интересным местам. Блокировка? Давай, попробуй блокировочку. Пневму поднял, вот он у тебя поднимается. Ну тяжело, да? Очень тяжело. Хотя самовар доставать и бухать, все равно до весны далеко. До весны далеко. Я, Макс, смотри, другую дорогу пробивает. Пробуй. Все.
Так, поедем по другому маршруту, потому что здесь что-то у нас никак не получается. Пробуем за Соболем. А сейчас мы заблокируемся, сразу попробуем. За Соболем пробуем. Тяжело, слушай. На горочку Соболь. И все, пока. Попытка вторая. Пробуем заехать. Второй, наверное, не хватит. Не хватит. Вот на БФ Годричек, смотрите. Блин, баштя. Ну, на Ипокаровичи повыше. БФ Годричи. Ребята, как видели, за Соболью у нас тоже не получилось заехать. Один из этих факторов, как выяснилось это потом, давление в шинах было почти 3 атмосферы, представляете? То есть до этого заезжал в шиномонтаж, они мне там все это проверили, сказали двоечка, все нормально. А потом уже я выехал, проверил, 3 атмосферы. Вот такие дела. Газ, полка. Пол. Накатывает. Да. Стоим сейчас на пике. Я тебе скажу, а вот и блокировки тебе сейчас помогли реально. Там диагональка была, и ты вывесился и проехал. Да? Да. Но все равно. Ну вот знаешь, что мне интересно? Стоковый шелест-то, да? Заехал. Но он бился, он сколько бился? Нет, и он травленный. Да, возможно, травленный. Мы как бы не травились. Вот, попробуйте. Вот сейчас. Вот это вот не вас, конечно, интересно посмотреть будет. Он тоже сейчас травился. Вот смотрите, покажу вам клиренс. Вот до яблока, видите, у меня мост в снегу стоит. А вот Нива с хорошим лифтом, смотрите. Здесь как на УАЗе. И тапочки большие. И уже ему поинтереснее кататься. Так, Артем у нас хотел подняться в гору. Начал спускаться, снесло и боком просто встрял. И отсюда уже, не знаю, или его надо будет как-то вытаскивать. Да, посмотрим, что здесь. Ну, вот его стащило. Нет, а здесь я не знаю. Назад его нельзя, там можно кувыркнуться будет. Только тут... Нет, его вытягивать в ту сторону надо будет.
цеплять и тянуть, наверное. Решили вручную попробовать, не вас вытащить. Федан, тут, знаешь, надо за задницу цеплять и сюда вытаскивать лебедкой. По-другому не получится. Там петлю загнули. А, нет, нормально, нормально. Решили патриот назад спустить, и чтобы Ниву сюда потащить. Но патриот, как видите, удерживаем правую сторону, чтобы на Ниву не стащил. Но проблема сейчас, знаете, какая будет? Сейчас и у вас засядет. Кидал колеса в другую сторону. Он уже отсюда не выйдет. Теперь выкручивай вперед вот туда. Да нет, вы что? Подъем такой. Бесполезно. Хотя вот сейчас... Сейчас может быть, давай посмотрим. Давай, 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 крути, крути. Красавчик. Вот поставили блокировку ВТ-шную. Вот реально, сам Федан говорит, что намного интереснее стал ездить автомобиль. Вот потихонечку, потихонечку, раз, раз, и все. И не вас на свободе. Ребят, мы уже отдохнули, попили чайку, пожарили сардельки. Теперь пришло время возвращаться домой. И мы все, всем коллективом будем выезжать в гору. Закончился. Не попал, вообще никуда не попал. Но все равно, смотри, поинтереснее заехал. Давай, 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 давай. Чуть-чуть не хватило. Ты должен зайти. И все. И все. Не получается. Сейчас надо зацепим. За Тойоту, наверное, зацепим и подтянем. Чтобы нам вытащить Соболь. Смотрите, страхуем, страхуем. Две, и сейчас мы Соболя будем вытаскивать. Также, наверное, будем и буханочку вытаскивать, потому что по-другому не получается. Вот таким образом сейчас и вытащим буханку. Так, смотрите, Исудзе, Тойота и буханка. Вот такой тандемчик. И всех мы вытащим. Шипованная. Смотрим 31-е. Подъем. Ушел. Не туда. Все. Все сломал. Все сломал. Пробуем Туарег. Тоже ушел. Вот это да! Да ладно! Да ладно!
Это что было-то? Вот это красавчик. Вообще было прикольно. О, смотри, красавчик. Поднялся. Туарега хочет попробовать. Да. А смотри, и выходит. Вот это да. Вот это да. Вот так вот. Всего лишь траекторию поменяли. Посмотри, движок, да? Вывез. Просто вывез движок. На боя в Гудричах. Посмотрим. Смотрим у вас Патриот с самоблоком задним. Ну, а чё-то все, да, траекторию поменял. Давай, раскручивай. На подъем. Вот по другой траектории. И все. Да. Последний автомобиль. Шевик. Вот я не знаю, все равно красавчик, вот он. Умеет кататься. Почему-то вот перекидывает в эту колею. Нет, нет. Поедем домой. Газ, газ, газ. Нет, 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 не зайдет. Не хватило. Пятая попытка или какая? Не знаю. Все, заехал, красавцы. Ну все, ребята, мы заканчиваем наши покатушки. Вот всем ребятам, которые приезжают, всем участникам, большое-большое спасибо. Очень приятно было со всеми пообщаться, попить чайку, посмотреть, познакомиться с новыми людьми. Ну все, мы на выезд. Это где второй овражек? Шевик. Пробился? Отлично. Не выходим, рука уже замерзла. Ребята многие проехали. Это первые овражи, которые мы преодолевали, где долго мы находились. Сын у меня за рулем. Посмотрим. Молодец. Так, ребята, ну что, как впечатление про покатушки? Положительные или отрицательные? Нормально? Покатались, чай попили? Отлично. Все, отличненько. Как твой туарег? Сегодня прям вообще чудеса. Красавчик, да? Да? Особенно, когда проехал по кустам. Это вообще было супер. Да. Все, ребята, присоединяйтесь к нам. Будем кататься, пить чай. Ну и всем пока.